Доброе утро, друзья! Вот он, настоящий завтрак гусятника. Нежная казарочка. Филешечку нарезаем соломкой. Обжариваем. Потом две луковички. Ну а потом я дальше вам расскажу. Сначала казарочку. Тоненько-тоненько нарезаем. Тонко-тонко. Поставили мяско на огонь. И обжариваем. Сначала обжариваем мясо, чтобы оно у нас все поджарилось. Что, пришло время лука. Вот так. И начинаем своей третьей рукой мешать это все. Перемешиваем, обжариваем все вместе. Теперь пришло время бандюэль. Берем баночку кукурузы. Слейте воду обязательно. Приоткрыли. Желатин-то нежный, а запах. И вот так вот. Вот так. Сковородку. Всю банку прям, не жалейте. И начинаем мешать. Третьей рукой. Настало время яичек. На двоих берем штук 5. У нас просто больше нету. Да. Как бы можно и больше, Кир. Вот, посмотрите, какая красота. О. Опа. И крайне. Оп. О. Третьей рукой начинаем мешать. Забыть, как реально все, да? Серег, надо, наверное, огонь убавить. А? Надо огонь, наверное, убавить. Чуть-чуть, да. Друзья, посмотрите, только получается, какой насыщенный калорийный завтрак. Перед тем... Смотрите, надо пробовать. Надо пробовать. А, ну-ка. Это очень вкусно. В общем, выживаем как можем. Шикарный завтрак.